Нурпа хочет украсть твои монетки. Ставь лайк за 3 секунды, и он тебя не обворует. Ставь лайк, если это про Остапай Найсик про. Я тут нашел 3 могилы, какую-то хрень, еще какую-то хрень, и там деревня. Я не знаю, что мне делать. Короче, мне кажется, в этом видео я буду снова могилки раскапывать. То есть 3 могилы здесь есть, и мне надо каждую раскопать. С какой бы начать? Я вообще не знаю, здесь нету никаких картинок, не понять, кто это. Пойду-ка обращусь в ту деревню жителей, может, там я узнаю, что происходит. А то это меня не сильно радует, то, что здесь очень много чужих и этот хищник. И также вон там какой-то голем стоит страшный. Пойду-ка я лучше отсюда и не буду рисковать своей жизнью. Просто сваливаем. Так, значит... Ой-ой-ой, а это что такое? Что ты тут делаешь, голем? Или кто ты, Бигфут, что ли? Ничего себе! Ты добрый? Надеюсь, что да. Да, ты добрый. Можно спросить, а чё ты тут делаешь вообще? Привет, Найсик бро. Собери все овощи с грядок, потому что я Бигфут, и я очень большой. Меня прокормить очень сложно, и я хочу жрать. Ну ты понял, что я хочу жрать? Надеюсь, что ты понял. Я обожаю жрать. Я только что и делаю это, жру больше ничего я не делаю. Потому что я жирный. И, в общем-то, собери, пожалуйста, со всех грядок мне жрачку, чтобы я мог поесть нормально. А за это взамен я тебе продам оружие. Ты у меня, в принципе, можешь посмотреть, что я продаю. Давай, надеюсь, ты прокормишь меня. Окей, Бигфут, сейчас только посмотрю твой ассортимент. О, да, вот это мне нужно, слушай. Я просто пройдусь по грядкам, я здесь надолго оставаться не собираюсь. Просто вот так вот беру все и забираю, так сказать. Забираем картошку. Все грядочки надо быстренько пройтись, потому что я не хочу здесь надолго оставаться. Хавки у меня больше нет, кроме вот того, что я сейчас соберу, да и пофигу. Давай, пожалуйста, побольше. О, здесь еще очень много грядок, это очень приятненько на самом-то деле. С этими с этими огромными засевами я могу столько получить всего. Сколько же у меня будет оружия? Я просто сейчас думаю об этом и понимаю, что будет очень много оружия у меня. И это приятно. Давай собирать, па-па-па-па-пам. Вот так вот быстренько просто вот так проходимся по всем грядочкам очень-очень быстро. Это реально быстро, посмотри, просто это даже как-то похоже на ASMR немножечко, потому что звук такой прикольный, когда бьешь и куча еще такого звука. Хотя, наверное, это будет все-таки человека, потому что громко. Так, еще сколько грядок осталось? Да у меня еще дофига грядок. Там этот Бигфут стоит, жрать хочет. Я хочу его прокормить, в принципе, а то он бедняжка. Давай. Вот здесь еще пшено. Еще. И представляешь, сколько бы здесь хватило жителям просто. Они бы здесь год, наверное, бы жили просто на этих грядках. И, кстати, он засеял еще. Спасибо. Мне очень нравится то, что ты засеял. И он даже не злится на меня, он сеет еще. Это чисто фарм настоящий. И, кстати, можно даже поесть, раз здесь бесконечные просто грядки. Бесконечные. Поем, ничего страшного. Вот еще свеклу, вроде там он вообще не покупает ее. Да, не покупает. Он ее, наверное, не хочет кушать. Ну, тогда я съем. Че уж тогда хранить. Все, забрали еще целую кучу грядок, еще грядочку и последнюю, наверное, больше мне, наверное, не понадобится, хотя кто знает. Может, все-таки я еще что-то захочу купить. Ну все, погнали, купим у него что-нибудь. Интересненько, что я там могу купить? Я уже немножечко забыл, главное то, что бур могу купить, да и в принципе больше ничего за такие шиши, которые у меня сейчас есть. Могу еще вот эту штуку купить. Могу пистолет, не могу. О, дробовик могу, приятненько. Бур могу, давай сюда. Эй, дай мне пройти. А, ты козлина, ты что меня бьешь? Дай пройти, пожалуйста, почему я не могу взять? Все, вот теперь могу взять, спасибо, что отошел. И надо завалить этого козла. Ой, извини, житель, не хотел тебя поранить. Слушай, как там, честно говоря, мало оружек. Справлюсь ли я с монстром, который там обитает? Стоп, а я даже не расспросил, что происходит в могилах, кто там сидит. Ну ладно, пусть будет это секретом, потом узнаем. Но у меня больше, короче, нечего покупать, я не могу, грядки кончились. Пойду лучше уже схожу туда. Ой, кстати, надо сделать себе очистку, а то я не хочу ходить с монстрами. Они как-то спавнятся, когда пасмурная. What the f... Что? Что здесь произошло?
Матушки оба... Ну, ты сам знаешь, что... Кажется, тут полная проблема! И на меня нападает чужой! Что за жесть? Получай, получай! Охренеть! Вот это сейчас было стрёмно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Осторожно, осторожно! Я просто сейчас офигел. О, кстати, у меня теперь по ноже есть. Привет, хищник. Тут у тебя чуть не выбрались все хищники. Чё происходит? Почему такая жесть у тебя происходит? У тебя же здесь все забаррикадировано было. Это ужасная проблема. Я последний хищник на земле. И мне надо справиться с этими чужими. Но сам я боюсь убиваться, потому что если я умру, то и все погибнут. Точнее, вся наша цивилизация погибнет именно... наших хищников, а я могу возродить наш род, потому что у меня есть технологии для этого. Помоги, пожалуйста, убей этих чужих, которые сидят в этой клетке, они скоро выберутся, потому что там сломана стенка, но они что-то глупят и не выходят, это хорошо для меня. Возьми у меня хорошие мечи и пушки, а если ты их убьешь, выпадет королевская слизь, и ты можешь у меня взять книгу, которая даст тебе пройти в тот крутой замок. Там тролль стоит, он заберет у тебя эту книгу и даст ключ. О, спасибо большое, дружище, ты мне на халяву оружки дал, это очень хорошо, это прям благородно, знаешь. Слушай, только вот очень мало хп у меня, ну ладно, я постараюсь что-нибудь сделать сейчас. Как-нибудь их убью сейчас, сжечь вроде их хорошо будет. Но ладно, по-разному их поубиваем. Нате, получайте, получайте, маленькие засранцы. Вообще офигели и... Ай-яй-яй-яй-яй, осторожно, осторожно, чуть не погиб от их слизи. Господи, она сильно поранила меня. Ой-ой-ой-ой, осторожно, реально. Так, здесь тоже по ноже выпали, но этого мне недостаточно. Главное не умереть. Может, спаун-поинт все-таки поставить? Спаун-поинт. Все, готовенько. Теперь можно даже и умирать, если что. Так, это по ноже. Блин, что-то фиговые оружки на самом-то деле. Ну ладно, у меня есть меч Херабрина, а это очень круто. Слушай, да я же вот этих хренов размотаю просто на изи. Да, просто размотал. И теперь я могу ничего не бояться. На, получай. А, у меня перезаряжается, короче, суперспособность, и это... Просто мощный меч. Я с ним, с помощью него смогу точно завалить того, кто сидит в этой могилке. Давай посмотрим, в какую мне прыгнуть. Давай в эту. Опа. Опа-на! Что здесь происходит? Почему здесь такая жесть? Охренеть, что произошло, блин? Ух, вроде бы сейчас все нормально стало. Блин, как же задолбали эти засранцы. Просто посмотри, как их тут много. Как мне их всех убивать? Вот у меня еще какой-то меч есть. Может, тоже наколдовать? Вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Получайте, получайте, малыши. Просто вас никак не убить. А, все, они меня, в принципе, не трогают. Мне пофигу уже. У меня супер способности, которые меня вообще защищают идеально. Просто офигенный меч, он мне очень нравится. Получайте, получайте, получайте. Сколько вас еще тут может быть, блин, достали. Все, вроде бы всех убил. Кстати, 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 надо купить ключик у него. Ой, сколько у меня всякого хлама, слушай, вообще, надо очиститься немножечко. Кстати, ботинки чужого, это приятно, это приятно. Шахтерская куртка пусть тоже будет, почему бы и нет, на Исикбро шахтер. А вот это все мы очистим, вот это вот скину сейчас. Подожди, 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 вот это вот обязательно нужно. И в принципе этого будет достаточно вроде бы, да? Хорошечно, теперь у меня только нужные предметы и приветики снова. Возьму-ка я у тебя книжечку, спасибо большое. Вот это выкину, больше мне не нужна вся эта хренька. Все эти гадости. И надо вот этого хрена пырнуть. Получай. А, кстати, а что там? Стоп, 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 стоп. Бур, иди сюда. Па-па-па-па-па. Да, господи, отвали, отвали. Ты что-то пристал-то? Вот козел вообще, а? Вот отвалите, отойдите отсюда. Почему вы лезете ко мне, а? Вот что вы достали-то меня так? Козлы, блин. Ладно, я не знаю, что с ними делать, честно говоря. Давай вот так сделаем просто, и все. Вроде теперь никто не мешает. Все, спускаемся. Вот это все выкину. Погоди-ка. Угу. Все, спускаемся. Блин, да как спуститься-то? Вот, все, хорошо. И здесь какой-то телевизор. И тут помехи. Может, просто смотреть сидеть? Давай посмотрим. И чё? Мне уже надоело смотреть на эти помехи. Ох, меня прям до дрожи. Здесь ничего нет. Вот слайма здесь положу. Ладно, посмотрю все-таки. Так. Пока что ничего не происходит. О, стоп. Что? Я же вон там был. Чего? А почему здесь все закопано? Слушай.
Это то, что я думаю? Это телевизороголовый! Представляешь, он хочет выбраться на свободу? Нет, да ты офигел, что ли? Он прям на меня прыгает. What the fuck? Ты чё тут делаешь, вообще засранец? Ну все, давай сразимся тогда с тобой. Ой-ой-ой-ой, осторожно. У меня броня куда-то делась. Ничего себе, я её случайно удалил. Да, давай сразимся с тобой. Ни хрена себе, ты бьешь! Офигеть! Ну все, получай от меня за это. Ой-ой-ой, осторожно. У меня не так уж и много патронов, чтобы тебя убить. Ну ладно, все-таки постараюсь тебя как-нибудь завалить. Ой, осторожно, не убивай меня, пожалуйста. Нет, все, я тебя не боюсь. На, получай просто огнеметом. Тун, давай, я хочу тебя убить. Мне срочно надо тебя убить. Ой, стоп. Все, я его завалил. Есть, я победил телевизороголового. Представляешь, это был телевизороголовый. А тебе еще помехи вот эти стрёмные были. Вот это все мы похороним здесь заживо. И в принципе это все, что мне нужно. Вот эти мечи, вот это, кстати, тоже можно выкинуть. Только вот этот нужен, потому что с ним быстро бегаешь. Какой же крутой меч. Так, здесь мне больше ничего не надо. Ну тогда, стоп, а я только первую могилу открыл. Я пока что телевизор открыл. Слушай, дай-ка я у тебя возьму оружки, ты, в принципе, мне разрешил вроде бы, да? Огнеметы, АКМчик, огнемет, АКМчик, огнемет. Ну и спасибо тебе, я пойду убивать вот этого козла, который вот тут сидит. Так, что это у тебя тут? Тут... Что это такое? Почему здесь нубики? Нубики с обкаканными... Кеки! Это кеки, ребята! Это кеки! Фу! Это, кажется, тут все кекали, короче. Тут просто много кеков! Яй! Это что, унитазоголовый? Что? Мне даже не больно, слушай. Ты чё так дерешься, не страшно? Так, он же вроде унитаз. У него вместо головы унитаз, представляешь? Капец, ему не повезло. Охренеть! Это реальный унитазоголовый. Представляешь, бро? Ты просто посмотри на него. Это унитаз вместо головы. Унитаз. Реальный унитаз. Чего? Стой, дай выбраться. Я хочу посмотреть на тебя внимательно. Дай мне пройти. Хватит меня избивать. Так, погоди. Унитаз? What the fuck? Ты серьезно, что ли? У тебя унитаз вместо головы. Эй, ты зачем вообще дерешься со мной? Давай лучше дружить. А то тебе лучше поискать друзей. Капец ты, конечно, бедняжка. Тебе кто на унитаз-то на голову надел? Это же брат сиреноголовый. У него какахи в руках, кекехи. Охренеть! Да хватит меня уже бить, а? Пожалуйста, не убивай меня. Да что ж ты такое-то, а? Ладно, его надо уничтожать в любом случае. Здесь нубики на побегу. Ой, убегают уже отсюда, распространяют свои кеки. Свои любимые кекишки. Ладно, сейчас убьем его и будем здесь решать проблемы. Что вообще происходит? Почему здесь вот этот вот козел? Ой, извините, нубики, не хотел вас убивать. Уж извините, но, блин, тут ваш главарь, он просто все портит. Давай его завалим сейчас. И я его завалил. И тут куча кекешки. Ха-ха! Кекешки, блин. Ну, в принципе, что сказать? Просто бедные нубики застряли с сортира головом в одной могиле, короче. Это, кажется, нубики, которые вообще играть не умеют, и у них кекешки одни в Майнкрафте. Пипец, конечно. Это вообще неожиданно, я охренел немножечко от такого. Вот это поворот, конечно. Кекешки тут, короче, это вообще, да, прикол. Ну, нубики, давайте вот гуляйте, может, вы станете профессионалами когда-нибудь. Кстати, там ничего нет, только кекехи на стенках. Ну, ладно, пусть так и будет. Так, теперь идем к голему, и потом я открою вот это. Я, кстати, могу уже предположить, что это. Раз здесь был телевизор головой, типа цвет помех, здесь цвет сам знаешь чего, а тут красный, желтый, зеленый. А, светофор головый, значит, получается, в середине. Приветики, о, спасибо за рычаг, дай только забрать, пожалуйста, и... Да что ж вы такие, а? Опачки, спасибки, открываем. Ой-ой-ой, ты, конечно, жуткий, честно говоря. Блин, посмотри на него. Ой, какой. О, что-то говорит. И здесь житель, который мне разрешает все орушки брать. Слушай, а можно, да, или нет? Да, конечно, бери, что хочешь. А если ты попал в этот замок, значит, тебе здесь все разрешено. Ты крутой чувак. Забирай все орушки, чтобы уничтожить светофора голового. Потому что он охренел, он портит всем езду на дорогах. О, класс, я хотя бы хорошее дело сделаю. Ну ладно, я тогда забираю все эти оружки. Ой-ой-ой, осторожно, блин, чуть не выбил все. Я чуть прифигел от жизни.
Все, вот это я заберу, конечно. Стоп, надо похоронить все остальное. Так, меч, нубики, приветики снова. И вот это все выкину. Нафиг, потому что это слабые оружки. Они мне точно не помогут против трафик лайта. И бур оставлю, конечно же. БФГшки, конечно, забрать, если их тут много. О, целых две. Это приятно. Так, ой, да блин, осторожно ты, Найсик, ты что творишь-то? Так, значит, надо все это сложить вот так в инвентарь и еще взять парочку пушек Тесла. В принципе, их можно вот так даже позбивать, ничего не случится с ними. Вот это, сбивайся уже, что ж ты такое наивное? Ой, не, да ладно. Короче, все почти взял. В принципе, этого пока достаточно. Пойду попробую открыть и посмотреть, что там. Кстати, снова дождь начался, достал уже этот дождь. Первый раз он у меня во сне был. Вот он, страшный трафик лайт, трафик лайтхед, короче, это в переводе светофор головы как раз. Давай молнии по нему. Стоп. Ой-ой-ой-ой-ой, нифига он на меня напал моментально. Ну слушай, он вообще жуткий, посмотри. Ты чё творишь-то вообще? Давай его взорвем. Ой, а это я где? А, это я в клетке, короче, этого. Ага, окей, окей. Я вообще немножко, честно говоря, снова прифигел от жизни. И давай еще молнию. Ой, извините, нубики, господи. Короче, его надо взрывать 100%. Он просто обнаглевшее лицо. Давай его просто мочить сейчас. Вот это все выкину, вот это выкину. Вот это тоже выкину. Еще взрыв. Еще парочку взрывов. Его надо просто довзрывать, потому что он очень мощный. Это самый мощный монстр. Осторожно. Светофоры головы просто нереально. Светофоры головы, что ты сделал? Господи, я еще и потерял выход. Он где-то тут. А, вот он. Все. Короче, надо спаунпоинт вот тут поставить, потому что, ну, ты сам знаешь почему. Сам понимаешь. Вон там где-то этот самый засранец. Ну, давай, это самое. Давай сразимся с тобой. На мечах. Давай, раз на раз, раз на раз. Давай, 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 наваливайся. Ну чё, давай, покажи свои силы. Давай, покажи, на что ты способен. Нет, 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 ладно, я пошутил. Отвали, 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 отвали. Я готов еще миллион раз сказать отвали, потому что ты не заслуживаешь другого отношения. На-на-на-на-на-на-на. И взрываем его просто дико. Слушай, он звуки какие-то издает этого самого. Господи. Так, у меня не хватает места. Все, сейчас мы его завалим точно-точно. Ой, извините. О, ты что на меня так нападаешь неожиданно? Слушай, да ты вообще обнаглел. Давай, замочим его. Замочим его. О, смотри, черепашка. Да неужели у него так много хп, что я его до сих пор не завалил? Я уже несколько раз погиб и так его не убил. Офигеть, что здесь вообще творится? Представляешь? О, господи, я так испугался сейчас. Охренеть. И где он теперь там? Он теперь... А, вот он. Прямо тут. Ну, давай, давай. Я готов с тобой сразиться еще раз. Так, с верхушки уже не так страшно. Я тебя завалю сейчас. Только у меня вот ракеты уже кончаются потихонечку. Но, в принципе, еще что-то да есть. Так, получай, 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 получай. И что-то он вообще нифигашеньки не убивается. Неужели это самый сильный брат сиреноголового? Наверное, потому что он все-таки... А хотя я не знаю почему. Все-таки телевизор головы как-то крепче выглядит из-за того, что у него большой телевизор на башке. Ну давай, давай, на меня, давай, на меня. Я не боюсь тебя, честно говоря, уже. Давай, давай, ну, когда же ты умрешь уже? Ты меня снова завалишь сейчас! Нет, 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 нет! Да он такой жуткий на самом-то деле! Ты видел, он меня забагал как-то? Жесть какая-то вообще! Слушай, да сложно, сложно на самом-то деле! Тут не поспоришь! Ну, давай, 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 я готов на тебя наваливаться! Вот тебе... Меч Херобрина мне помог его уничтожить, представляешь? И все, мы победили! Стоп. Все три могилы я открыл. Ну, в общем-то, увидел братьев Сиреноголового. Спасибо тебе за просмотр, с тобой был Найсик Бро. Не забывай смотреть мои прошлые ролики, точнее, обязательно посмотри их и поставь на них лайки, если тебе, конечно, понравится. Ну и не теряй. Па-пам!